Рада приветствовать вас. Меня зовут Эмилия Антонова. Сегодня узнала о победе в масштабном конкурсе «Страна возможностей». Хочу поблагодарить того, кого вдохновил мой творческий проект, вызвал восторг и дал высокую оценку. Во все времена люди добивались успеха в технике, были хорошими знатоками в истории, проводили экскурсии, были достойными географами. У меня много планов и целей, несмотря на то, что я многодетная мама, и мой успех во многом зависит от них. Ведь их любовь, поддержка дают мне быть не только лучшей мамой, но и музыкантом. Хочу пожелать всем, будьте творцами своей дороги, а я готова двигаться дальше.